пофоткай. Фоткай, то, все. Он 55. Нормальный вес. Нормально, они расслабили. Они наоборот думают, что. Нормальный вес. Да давай. Нормально. Да пусть начинают, блин. Все уже заранее уверены, что выиграют. Вот, мелкий, слышал, как они? Полегче буду бить, полегче. Смотри, смотри, смотри. Все, он сдох. Он сдох. Вот так. Понял, на тренировки надо ходить и тренироваться. Понял, ты пошел. Не оставляй, побыстрее, побыстрее. Подними ногу. О, ну давай. Нет, это не так.
Ух, блин. Так оно и так ему дает. Смотри, а Миша там вот сволочь, да? Он перепутал угол, он перешел на ихнюю сторону, да? То есть назад он не с нами едет, а сам пешком идет домой, да? Стоп-пудов. Я тебе говорю. Хорошо. Блин. Да нет, Денис нормальный, по-моему. Супер. Да, да. Не, я вот про этого. Да какого про этого? Влад! Влад, тебя девочки обидеть хотят. Давай. Тут были бои три соперника, надо тебя тоже, да? Нет, я не так. Так Денис на 10 килограмм легче. И младше. Да. И смотри, что делает Денис. Конечно, это наш друг. И наш коллега. Не будет. Должен Денис выиграть. Конечно. Денис, смотри, сфоткай Денис. Я за тебя, короче. Фишка такая у него. Woo!